Я первый раз, но я хочу поблагодарить церковь за молитву. У меня вообще варикоз, тромбофлебит, и у меня сильные судороги. И сегодня ночью, я обычно ночью боюсь двигаться, шевелиться, потому что схватывает любую секунду. Сегодня я спала в любом положении. И я даже не поняла утром. Я только утром поняла, что я могу двигаться свободно, не боясь, что меня сейчас хватит, все затвердеет. И, ну вот, если Алексей знает, что такие судороги, и у кого они бывают, не знаю, что ли напрягаться, то ли наоборот расслабиться. Слава Богу! Спасибо Иисусу Христу! Аминь!